Я понимаю, что сейчас от меня ждут комментариев на тему того, что азербайджанский дипломат, профессор, психолога, посол Исфандьяр Вагабзаде назвал русских вонючими свиньями. Но я не буду это комментировать. Во-первых, комментирующих и без меня масса. Во-вторых, то ли еще будет, я скажу. И скажу лишь, что никому не было секретом, что он подтвердил базарность своей нации, где все рассматривается через деньги и икру. Ну а теперь э, к теме проведем еще одну историческую аналогию как я обещал в прошлый раз, аналогию историческую с современным вопросом Сюникского коридора под кодовым названием «Зангизурский». Вначале хотелось бы напомнить слова посла России в Армении господина Копыркина, который считает, что этот самый Сюникский коридор был бы полезен не только для Турции, Азербайджана и Армении, но и России. Не соглашусь с послом и более того считаю, что он лукавит, играя карты на дурака. Причем стол под дурака использует в виде Армении. Сюникский коридор выгоден только и только Турции и Азербайджану и в перспективе всем пантиркским идеям. Он также выгоден Пакистану. Эта страна давно мечтает о таком коридоре, и об этом говорила еще Беназир Путта, битый премьер-министр Пакистана. Иначе говоря, Сюникский коридор выгоден политическим бандитам, но ни в коем случае не здравому смыслу. Армению он точно не нужен. А Россия, если жаждет иметь транспортный коридор с Арменией, чего и Армении тоже выгодно иметь такой коридор с Россией, то нет проблем, есть такая же разорванная железнодорожная ветка из Азербайджана в армянский Дживан. В советские годы туда курсировали поезда из Баку. Так какие проблемы? Москва-Баку и Дживан или Москва-Гянджай и Дживан? Чем плохая идея? А, Турции здесь нет. Так это не наша проблема. Мы к Турции уж точно не стремимся. И вообще Копыркину поднимать такие вопросы в то время, когда в Баку наши пленные, мягко говоря, не дипломатично. Тем более Копыркин один из немногих послов современной истории, который не по книжкам знает, что такое геноцид в начале 90-х, когда Хуту и Тутси резали друг друга, Копыркин находился на дипломатической службе в Руанде, в эпицентре событий. Но я понимаю, что он посол и вынужден озвучивать позицию России. Россия бы лучше бы занялась бы расследованием сбитого своего вертолета, которого азербайджанцы сбили и убили двух наших российских пилотов. Вот чем нужно России сейчас заняться. А у Армении есть свои интересы. Армения больше не хочет наступать на прежние грабли. Россия большая страна. Сегодня у, у нее одни интересы, завтра другие. А страдать будет снова Армения. Из-за ряда амбиций среди российских политиков-менеджеров. Я напомню кое о чем связанное с подобными коридорами, дележками территории и прочими за, заигрываниями э, с Турцией. Кстати, Россия тоже помнит об этом, как только пошатываются отношения с Турцией. Но как восстанавливаются, так снова разыгрывается армянская карта. Итак, за всю историю российско-турецких отношений между этими государствами было 13 войн. Это больше, чем с какой-либо другой страной. И примечательно, что на стороне России воевало во всех этих войнах, абсолютно во всех, несколько десятков генералов, командующих армянского происхождения, чьи имена вписаны золотыми буквами в военную историю России. Это Валериан Мадатов, это Василий Бебутов, это адмирал Лазарь Серебряков, он же э, казар Арцатагортян, это Арзас Тергукасов. Это Михаил Лорис Меликов, он же автор одной из первых конституций России. Это Борис Шелковников, он же Бебут Метаксян. Можно продолжать и продолжать. Однако, как и все эти войны завершались перемириями, 5 декабря 1917 года между русскими и османами снова было подписано Эрзинджанское перемирие, которое положило конец вооруженным конфликтам между Россией и Османской империей в Кавказской кампании. В России сменилась власть, и после захвата власти большевиками многонациональный съезд – Представителей Закавказья собрался для создания временного регионального исполнительного органа, известного как Закавказский Сейм. В то время как армяне посылали своих представителей в Закавказский Сейм, в то же время восточно-армянские лидеры в Ириване пытались создать армянский армейский корпус. Усилиями армянского национального совета Тифлиса он был создан для борьбы с Османской империей в конце 17-го, начале 1918 -го годов. Части этого корпуса составили основу армии Первой Республики Армения армяне планировали сохранить свое существование на основе политической стратегии в виде поддержки союзников и России, создания своей национальной армии при поддержке России. Замечу, что армяне не просто сидели, свесив ноги на плечи России. Повторюсь, Армянские генералы и офицеры, солдаты, до этого сделали все для победы русских армий в турецких кампаниях. Но теперь нужно было помочь маленькой Армении в создании своего гарнизона. И для этого нужен мощный союзник. И как полагается, армяне надеялись на Россию в этом самом вопросе. Сами армяне-генералы и офицеры русской армии уже создавали свои бригады. Генерал Товмас Назарбекян под командованием генерала Христофора Араратова создали дивизии. Все, казалось бы, было хорошо, но 3 марта 1918 года Талат Паша подписал Брестский мирный договор, это уже с РСФСР. Он предусматривал, что большевистская Россия уступит Батум, Карс и Ардаган, то есть Карс снова пал, но уже без боя. Турки просто обвели вокруг пальца русских и снова пострадали армяне. 11 мая 1918 года в Батуме открылась новая мирная конференция. На этой э, самой конференции османы расширили свои требования. Внимание! С намерением построить железную дорогу, которая свяжет Карс и Джульфу с Баку. Я напомню что ветка Карс-Александрополь, ныне Гюмри, при этом уже была с 1904 года, но не функционировала из-за очередных войн между Россией и Турцией. То есть снова коридорные мечтания пантюркистов и снова через территорию Армении. Армяне тогда были против того, чтобы соединять артерии через себя, Турцию и Баку. А вскоре так и вовсе началось сардоропадское сражение, которое увенчалось успехом армян. Далее первая армянская республика, просуществовавшая до большевизма. Ну а дальше советы, подписавшие опять же все в пользу Турции, московский договор в 1921 году и снова передали армянские территории другим. Нахичеван и Арцах Азербайджану, часть Карской области и Сурмалинского уезда Турции. И все потому, что турки обещали быть такими же, как русские, то есть присоединиться к пролетариям большевизма. А на самом деле просто обвели их пальцем. Вывезли русских коммунистов в море, утопили их, а затем Ататюрк даже и не вспоминал о России. Зато восточная Армения вошла в состав СССР, а железнодорожная артерия прошла по Синику э, из уже азербайджанской Нахичевани э, в азербайджанский Баку. И так было до раскола СССР, когда э, Нахичеван так и остался в Азербайджане и осиротел в качестве анклава э, без железнодорожной связи э, с Баку. Господин посол Копыркин, другие господа, скажите, почему Армения? Почему вы постоянно делаете подарки Турции и Азербайджану, который вас свиньей называет, за счет Армении и армянского народа? До каких пор Армения будет разменной монетой в ваших играх с этими двумя странами? При Александре II армяне уступили, при Александре III пострадали. При Николае II армяне снова уступили, при большевиках снова пострадали. При Ельцине армяне взяли малую часть того, что раньше э, уступили ради России. Я имею в виду Карабах, Арцах. А при Путине вы хотите, чтобы армяне снова пострадали вы уверены что защищаете интересы россии снова жертвуя единственным союзником в закавказе Неужели история вас ничему не учит? у вас же там имеются свои тюркологи кремлевские один из которых песков. причем вы делаете все для продвижения экспансионистских настроений турции не только в закавказский регион, но и в Россию, через Кавказ и Среднюю Азию. Зато сама Турция как считала Россию агрессором, так и считает ее таковой. Хорошие примеры Сирия и монументы в Турции. Я снимал документальный фильм в Турции, показывал и рассказывал, как Турция позиционирует Россию, изображая ее армию в виде кровопийц. Могу еще раз показать эти кадры. Надеюсь, комментарии тут излишние, и вы поняли, в виде кого изображены русские на этих барельефах, и в виде кого турки, их женщины и дети. Россия, не сотвори очередную химеру. После вас, менеджеров российской политики, еще жить в этой стране вашим детям, если, конечно, они не останутся в тех странах Запада, где сейчас учатся. Увидимся.